А теплоход Русь, все, пошли мы в рейс. Спасибо за приют вам. Света моей нет. Да, она бы быстренько нас в отделение. Всех, и я знаю точно, как живется там людям, которые... Туда, куда мы идем, вот, где мы обслуживаем 39 поселков, я знаю, в какой ситуации они находятся, в какой транспортной доступности. Как врач, как человек, я реально понимаю, что только таким способом мы можем оказать специализированную медицинскую помощь, потому что даже если человек сюда доедет, то еще не факт, что его здесь кто-то ждет. Потому что в райцентр у них нет возможности выбраться. То есть там ситуация достаточно тяжелая. И если бы не плавучка, ну, я бы думаю, что население очень бы сильно уменьшилось. Пытаемся по максимуму там, чтобы УЗИ, то есть более-менее быть автономными. Там УЗИ, лаборатория своя, там все это везем. В прошлом году вот они даже умудрялись ЦДУГУ, рентгенаппарат даже привозили. Ой, мы очень их всегда ждем, потому что у нас тут, конечно, проблемы, что у нас в нашей поликлинике только терапевт, а специалистов у нас практически у нас их нет. Со всеми подробными рекомендациями врачей. На следующий год мы вам выписываем книжку. Люди живут где-то в глубинке, здесь приезжают новые люди, другие. Поэтому иногда приходят посмотреть, да, где-то пообщаться с собой. Ну, как всегда это бывает в сельской местности. Ну, вот такого бесцельного хождения, наверное, сейчас меньше стало. Вытаскивайте. Сейчас давайте, наверное, посмотрим. Подождите. Положить, да, вот так поближе. Вот это может быть. У меня муж, у него и сахарный диабет, и у него гипертоник, у него была сломана нога, у него лекарства очень много уходит, очень-очень много. У нас где-то выписывают лекарства бесплатно, допустим, приезжают вот, либо специалисты, либо мы в город едем. Мы
Мы работаем, наверное, в самом уникальном месте планеты. Это великие Васюганские болота, которые являются легкими планеты. Это бескрайний, просто широкий край, в котором своя природа, свое население. Здесь плотность населения настолько мала, что встретить медведя гораздо более вероятно, чем встретить человека.